преодолеть период сумерек поможет общество родных людей. В Полярном состоялся фестиваль семейного творчества, участники которого пели о самом главном. Дни рождения, Новый год, праздники, которые собирают родственников или домочадцев за большим столом. Моменты, в которые можно насладиться простым семейным счастьем. Что-то светлое, наверное, приятное, согревающее, особенно когда дети рядом. А есть минуты волнения и трепета, которые способны сплотить всех членов семьи. Так, например, произошло с Борисовыми. Мама и папа с двумя дочками решили принять участие в фестивале семейного творчества. Это обязательно, потому что данный фестиваль объединяет не только творческие коллективы, но и они объединяют семьи. Это помогает просвещать нашу молодежь и прививает ей то, что такие праздники важны. Это лишь одна из традиций – делиться творчеством со всеми. Сегодня это уютный зал местного центра культуры. Больше 40 участников вышли на сцену, чтобы порадовать зрителей самыми добрыми песнями. Где мамы города Полярного продемонстрируют совместное творчество с детьми. Не только мамы, но и бабушки, и внуки будут блистать сегодня на нашей сцене. Целую неделю готовили с дочкой танец с Валентиной. И вроде как получилось, готовы. В перерывах между музыкальными композициями делятся с друг другом полезными советами, передают рецепты и рассказывают о том, что делает близких людей счастливыми. И это ли не настоящий праздник семьи и любви? У нас такая традиция, мои старшие дочери дарили мне букет. Они были уже в другом городе жили, но заказывали мне доставку цветов в день матери. И вот я тоже своей маме такой же подарок делаю в день матери. Каждый участник отмечен дипломом, но самая главная награда, конечно, за сценой. Улыбки любимых, нежные объятия и поцелуи.